Вон маленький кошек. Маленький балдигай. Пожалуйста, вы вошли. А? Вот вы вошли. В 5 местах написано, животных кормить нельзя. Давайте все будем бросать, кто что. Вот почитайте, пожалуйста. Такие рассуждения не должны. Вы только яблоко, другой только морковь, третий капуста, четвертый картофель. А там можно оставлять? Там все написано, да? В приходе это общественное место, государство, правило существует для всех. Поэтому отговорка такая, я только то, я только это. Кормите животных нельзя. Красным буквом подчеркиваю, пишу, объясняю я вам. Кто-то упадёшь? Яша ему зовёт. Ну, Яша. Значит, Даша была в кухне. Папа, уйди! Смотри, шатается. Отвалится. Сосой. Сфоткай их все вместе. У меня сторис. Сосой. Папа, крути. Девочки, какие они красивые. А потом пятнышко слово исчезает. Пятнышко никакие исчезают. Вот какие животные есть расцвет, а такие они. А по-моему, тот отродился рыжим. Он так и был. Пока он нас не погиб. Рано или поздно. Идите.